Вся Россия сейчас наблюдает за этой трагедией. Многие плачут, многие просто переживают. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь рядом и смотрите наши новости каждый день. Не забывайте, что мы стараемся для вас. Мы хотим, чтобы вы знали более подробнее о том, что же на самом деле происходит за кулисами шоу-бизнеса России. Антон Михайленко, известный российский киноактер. Вчера вечером он был доставлен в больницу с серьезными ожогами на руках и на ногах. В больницу его привезли его друзья. Оказывается, они находились на отдыхе за городом. Актер по личной неосторожности упал в горящий костер и обжегся. На данный момент пока неизвестно, в каком состоянии находится актер. Очень ждем подробностей от врачей. Врачи обещали нам уже в следующем выпуске дать более подробное интервью об этом инциденте. Оставайтесь, друзья, с нами, не переключайтесь и до скорых встреч на нашем канале.